Финал золотого кубка конференции А, и здесь две сильнейшие команды встречаются, это Русал и РСВО. Русал в четвертьфинале обыграл Московский кредитный банк со счетом 3-0, затем также убедительно переиграл Комус, а РСВО оказался сильнее Гарант Энерго и Газпром Интернешнл. Помним хорошо мы команды по первенству, которое не так давно завершилось. Там тоже встречались команды, и игры были действительно яркими и запоминающимися. Так что и здесь, в главном матче золотого кубка, тоже будем мы ждать активной игры, изобилующей голевыми моментами и самими голами. Все-таки хочется посмотреть. Сразу в атаку идет РСВО, зарабатывает угловой. Дальше. Сегодня в исполнении Русал видим неожиданно много индивидуальных действий. Интересно. Будет ли это продолжаться и в финальной встрече? Что нам так сегодня везет, да? Спасибо. Филов. И здесь, ну, непонятно, что это был удар или передача на Латкулина. Как будто ни было, взятием ворот это не заканчивается. Здесь Крицкий нарушал правила. Здесь будет лучше, того возьмем. ВРСВО. Ну, кинать, наверное. Да, сыграет. Сыграет, наверное, там. Тут лучше. Пускал. Никто не пускал, наверное. Активно пытаются ротировать состав РСВО, не такая длинная у них скамейка, два человека, но все равно эту двойку задействуют постоянно. Ну, здесь не было нарушения. Где мяч? В руках вратаря. Даже на секунду не поверилось. Казалось, он уже мимо него пролетел. Второй пас вратарю делать нельзя. РСО несколько потеряно как-то и дезорганизованно действует в последние минуты. Все хуже.
Да, да, нападающим еще один поставим замену в гол в финал. Как МВП финала. Крицкий постраховал вратаря. Очень близко со штангой. Я отметил до этого удар. Поэтому я, пожалуй, три с половиной минуты до перерыва. Ну, пошел в обводку Панфилов. Здесь его остановили. И могла эта ошибка стать роковой, если бы сам он ее не исправил. Не рискуют команды, всем составом не переходят в середину поля. Два или три даже иногда футболиста остается страховать. Не было сейчас зафиксировано нарушение правил, поскольку мяч сначала пересек линию поля. И до сих пор остается в игре только одно нарушение. Один единственный фоловер СВО. Фол против вратаря. По нарушениям правил команды сравнялись 1-1. Ух, какая классная передача-то сейчас была. Нельзя после такой промахиваться. Фулин в падении решил пробить через себя. Панфилов на перехвате. ВКонтакте, когда вбиваешь, релакс, музыка, там музыка. Это кто? Журавль? Не, кошка включает.
Ух ты, бля, убью. И перерыв. Оказывается, неизбежным. Счет 0-0. Ну, заходишь сразу. Ну, там тип, короче, по-моему, предлагали в коридор. Знаешь, как в больнице. Не-не, не надо. Мастер Гуша, приехал, переодетый, да, приехал. Какой мало, Серёг! Ну, нормально. Второй тайм финального матча еще до сих пор не открыт. Первая 10-минутка была очень интенсивной, но было видно, что пока такой закрытый, зажатый футбол, все-таки финал, и здесь ставки слишком высоки. Были опасные удары, были моменты, здесь сложно сказать, у кого больше было моментов таких. Ну, самое главное, счет на табло. И помним мы, что РСВ уже проходил через серию пенальти, поэтому опыт есть, даже набранный в течение сегодняшнего дня. Здесь РСВ будет не так опасаться повторения такой серии, как, возможно, «Русал». Не было здесь нарушения правил, нужно подниматься. Серый, не заводи, Серёг! Серёг! Ну, чисто в мяч здесь сыграно было, нужно продолжать. И Крицкий бьет практически с середины поля. Петров. Пришло время остудить пыл некоторых футболистов на поле. По желтой карточке получили два игрока. И какой? Серж, успокойся. Посмотри. Выше ворот летит мяч, но так вот сбила с толку желтая карточка игрока. Может быть, только в этом причина. Накрыл удар. Серёж!
Сразу в контратаку направляется мяч, но здесь, ну, не первый раз сегодня вратарь уже РСФО ошибается при вводе мяча. Но это не главное. Главное, что количество спасений у него тоже бешеное. Юра, Юра! Юра, не дергай, Юра! Играй, Юра! Прямо этот, ему нужно Оскара давать. Андрю! Чисто Криштиану Роналду. Отдай лицевой! Здравствуй! Серый! Андрюха, встань! Серый, мяч! Сережа! Убей! Все, уходи! Да, Андрюха! Иди! Блядь! Угол, э! Головой! И все-таки назначается угловой удар. Серег! Чуть выше перекладины. Оля, садись! Видели, какое колесо там вратарь делал? Нет? Очень прикольно. Дальнюю! Юра, дальнюю! Юра, дальнюю! Юра! Хорош! Уйди, уйди, Юра! Еще один стандарт. Тренинг это угловой. Дорожат мячом русалы. И здесь серия рикошетов. Мяч категорически не хочет в сетку лететь. Хорошие! Снова замену РСВО. Надо сказать, что РСВО намного активнее задействует свою скамейку, чем русал перекладина. Фол в атаке у РСВО. С Крицкого начинается атака, как всегда. Неужели ждет нас вторая подряд серия пенальти? Чтобы HSBC выиграла, это видишь, сколько формул должно сойтись, понимаешь? Ни хера не сработает. Это надо Гоша отдать. Гоша, отдай. Идет уже последняя минута чистого игрового времени. 50 секунд, если быть точным. Гол на последней минуте. Если он будет один, станет решающим. Здесь уже просто не будет времени, чтобы отыграться. Нужно возвращаться назад.
пятый игрок у «Русала» очень неспешно возвращался на свою половину поля. Здесь просто ноги у игроков заплелись. Что, у нас один кубок и все, да? Ну, вот сейчас вот один кубок вручать будет. Да? Тайм-аут берет «Русал» за секунду до финального свистка. Итак, смотрим, сейчас будет введен мяч, ну, естественно, сразу под удар. Успеют ли нанести удар до сирены игроки, это самый главный вопрос. Ведь могли бы сейчас забить, ну хотя, если бы тот, кто на дальней штанге стоял, мяча коснулся и был удар «Русал». Мимо! Хорош, Рус, хорош! Давай, тихо! Юрец! Ответ от РСВО, и здесь абсолютно точно аккурат под штангу. Второй удар. «Русал». На сей раз точно. Хорош, Рус! Вратаря. Сейчас может счет сравняться. Не, подожди, 2-1. И третий удар «Русал». Вратарь, ох, казалось, что уже потащил, но мяч все-таки влетает в сетку. Если сейчас удар будет точным, то серия пенальти продолжится до первого промаха. Два-два, продолжаем до первого промаха. Точный удар. Делаю ставку и забываю. А что, тотализатора у вас нет здесь, бля? Ставлю, что забил. Че ты 5 ночь-то, ёпты все. Голешник стопудовый. Продолжаем серию пенальти. Давай, Русик, давай! Сколько я там уже? Прям записываю, сколько я подряд угадаю. 8 финтов в секунду. Следующий за 4. Русик, ты бейте еще. Нормально, Русик, не переживай, бейте. Пробейте, Рус, 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 Рус
давай. И снова в тот же угол. Следующий заберешь. Латфулин будет бить. Хорош, хорош, хорош! Здорово, здорово! Ну что ж, интересно, сколько будет серия пенальти длиться. Русик, ты сейчас убираешься. За всю хуйню, Русик, он мне по ногам сколько бил. Давай, Русик, давай! Мимо, Русик, давай! Мяч летел по центру, но в сетку вошел. Что ты имеешь в виду, Юрка? По ногам уже видно? Снова точно. Кстати, бабушка босса шла. Давай, Юр! Он уже потанцевал. Точно в девятку летит мяч. Сейчас смотри, собьют, если они опять станут другим боссом. Бля, когда эти мудаки уже закончат. Ну, кому-то рано или поздно надоест бить пенальти, и они сдаются. И просочился мяч сейчас между ног вратаря. Или в очко за два. Да. Пытался вратарь не угадывать, сейчас отреагировать на удар, не выходит, и снова мяч Латфулин. И здесь точно смена вратаря не помогла. Ну, такие и не берутся. По пенальти счет 8-7. И снова мяч в сетке. Очень сильный был удар, вратарь руками коснулся, но не отбил. И Латфулин сейчас отправится, но теперь уже на ворота. Давай! Латфулин не помогает. Снова в девятку. Еще одна попытка Латфулина. Был очень близок Латфулин к тому, чтобы пенальти отбить. Забивает Латфулин. Давайте.
тащит вратарь. Не самый сложный удар для него оказался. И плюс здесь чудеса гибкости он продемонстрировал. Остается теперь только забить игроку РСВО. Заканчивается эта серия пенальти. Победа РСВО.